О, это заведение Михаила Зельмана «Бургер Лобстер», открытое в Нью-Йорке. Любопытно будет посмотреть, что это. Please, also original lobster. Пока делают лобстер, проведем осмотр ресторана. Очень красиво. Да, все так капитально тут сделано. Ну, как, собственно говоря, любит Михаил Зельман, как он в Гудмане, в России, в Москве делал очень капитальное заведение тоже со стейками. А здесь формат другой. Здесь есть только бургеры, лобстер, ну, еще и закуски всякие. Даже устрицы, кстати, есть по $3. Комплект для того, чтобы есть лобстеры. Вот так вот я выгляжу в передничке для поедания лобстера. It is grilled. Grilled lobster, yes? Yes, good. And this is steamed. Yes. Okay, thank you. Попробовал лобстер, довольно вкусный. Два варианта приготовления существует здесь. Гриль или стим, то есть пар. Он, конечно, небольшой лобстер, но и стоит он по меркам Нью-Йорка очень недорого. $30 без налогов. Это значит, где-то с налогами будет, наверное, 36. Ну и с чаевыми еще там 40. Потому что чаевые здесь 20%. Вот какие цены здесь. Вот и лобстеры лежат. Это, кстати, большие лобстеры, уже не для типового блюда за $30, а на вес. Приятно, что наши соотечественники умеют делать красивые заведения даже в таких сложных городах, как Нью-Йорк.